«Я помню, я горжусь» акцию с таким названием провели накануне Дня памяти и скорби. На подъездах домов, где живут ветераны Великой Отечественной, развесили таблички с надписью «Здесь живет ветеран». Подробнее расскажем в сюжете. Идея принадлежит тимуровцам из 8-й школы. Еще год назад ребята прикрепили 53 подобные таблички на 6-м и в Клин-5. Но они не просто обозначили дома, где живут ветераны, а навещали их и приглашали на праздники в школу. Это позволяет нам познакомиться с живой историей, узнать, как жили раньше. Не просто из фильмов и книжек, а разговаривать с человеком, который это пережил. Это правильное воспитание детей, потому что нельзя воспитывать просто словами. Да? Когда дети видят реальные действия, да, общаются с живыми людьми, это совершенно другое. Потому что научить по учебникам это невозможно. В этом году акция вышла на общегородской уровень. Подключились молодежные движения. 120 новых табличек появится в ближайшее время на домах ветеранов Великой Отечественной. Две уже прикрепили на подъезды дома номер 23 по улице Загородная. Для того, чтобы те же самые ребята, те же соседи знали, что именно в этом подъезде проживает человек, которому мы обязаны свободой, которому мы обязаны мирным небом. И, наверное, для того, чтобы лишний раз зайти, позвонить и спросить, а может быть, нужно какую-то помощь оказать, а может быть, нужно просто пообщаться. Один из ветеранов Загородной – Виктор Васильевич Матросов. Человек в городе известный. Автомат надел в 43-м, сразу после 10 класса. Затем 30 лет отдал армии. До сих пор, по мере силы возможностей, в гуще городских событий. Вы знаете, эту акцию я рассматриваю как знак глубокого уважения не лично, а ко всем ветеранам. Настоящее доброе дело не по разнарядке, а по зову души. Ученики из 8-й школы, как и прежде, в активе. Они заявили свой проект на премию «Наше Подмосковье». Кстати, до конца регистрации участников осталось всего 2 дня.